Пенные вулканы, рисунки на молоке и еще несколько научных экспериментов провели работники библиотеки для мальчишек и девчонок из профильных лагерей. В ходе встречи «Веселая лаборатория» ребятам показали видеоролик, где шаг за шагом рассказывали о том, как провести эксперимент. А потом присутствующие смогли повторить увиденное своими руками. Для проведения опытов понадобились простые ингредиенты – сода, уксус, вода, молоко, краски и шарики. Дети с азартом участвовали во всем происходящем и получили много хороших впечатлений. Мы в библиотеке сегодня делали химические растворы и так далее. Мне больше всего понравилось, как шарики надувают. Мне очень понравился опыт с шариком. Мы взяли бутылку и налили туда уксус. В шарик мы насыпали в соду и одели на бутылку шарик. Потом перевернули шарик и насыпали так, чтобы вся сонда оказалась в уксус. И так получилось то, что надувался шарик. Пена из стакана. Туда добавляли соду, уксус, гуашь и воду. Хотя они участвовали в нем для всего. Чтобы заинтересовать ребят, работники библиотеки каждый раз стараются придумать интересную и запоминающуюся программу. И, конечно же, сделать так, чтобы мальчишки и девчонки с радостью приходили сюда. На сегодняшний день библиотека – это не только книги, это не только получение информации, это еще и центр проведения досуга. Да? И поэтому это и реклама тоже библиотечная. За два летних месяца зал Центральной городской библиотеки посетило около 1500 ребят из пришкольных и профильных лагерей. Сотрудники библиотеки уже готовят новые мастер-классы и тематические встречи для юных посетителей.